Смотри, если даже человек не пристегнутый, уже едет. Уже нарушение. А если в багажнике? Он бы еще на крыше бы ехал. Правильно, нет? Тебя как вот зовут? Меня зовут. Ты сами говорю, понимаете? Водитель, я... Что у вас, для этого ты доставляешь? Тебя как зовут? Александр. Саня, давай так, вы отсюда все уйдете дружно. Да, чтобы никто в багажнике не ездил, а ездили как положено, пристегнутые ремнями безопасности. И в нужном количестве, а не так 10 человек в одном заднем сиденье. Понятно вам? Да, спасибо.